Четверо военнослужащих погибли при крушении вертолета в предместьях Стамбула. Об этом заявил мэр города Али Ерликая. Военный вертолет упал в жилом квартале Чекмекёй, совершая вынужденную посадку. При этом жертв и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать. Причина крушения пока неизвестна. Прокуратура Стамбула начала расследование инцидента. За 3 месяца это уже второе подобное ЧП в Стамбуле. В конце ноября при совершении учебного полета на жилой район упал военный вертолет. 4 солдат турецкой армии, находившихся на борту, погибли.